США продлили санкции против РФ из-за Украины. Действие указа президента США Дональда Трампа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год. Президент США Дональд Трамп сегодня, 2 марта, распорядился продлить на год санкции против России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, пишут РИА Новости. Как отмечается, поскольку ситуация вокруг Украины продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политики США, действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год. Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана. Напомним, в администрации президента Дональда Трампа заявили, что новые санкции будут наказанием за вмешательство России в выборы и кибератаки. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.